друзья! Сегодня я хочу вам показать гостевой дом, мало номеров, частный сектор, находится на второй береговой линии, очень близко к морю, к центральному пляжу, где есть совершенно все, кафе, рестораны, сувениры, продукты, все-все-все есть в шаговой доступности от этого гостевого дома. В данный момент мы находимся по адресу Таманская, 5, и сейчас пошлите сразу смотреть двор и покажу номера обязательно, все цены оставлю в описании, и как всегда в конце дорога к морю и море, и пляж, естественно. Мы зашли на территорию нашего гостевого дома. Вот в этом желтеньком домике предлагаются номера двухкомнатные. Большой двор, очень много мест, где можно посидеть. И второй, третий этаж я вам тоже сейчас обязательно покажу. Есть кухня общая для всех номеров, но номеров немного, поэтому очереди для приготовления пищи у вас не будет. В первую очередь хочу показать номер, который находится на первом этаже. Здесь двухкомнатный. Он рассчитан на 6 человек. Справа у нас идет санузел и зона принятия душа. Большая комната. Здесь у нас двухспальная кровать, подсветочка, телевизор. Диван раскладывается, то есть еще на 2 места. Большой шкаф, холодильник, сплит-система в каждой комнате. И вторая комната, она рассчитана на 2 человека. Здесь у нас также сплит-система. Столик, стульчики, шкаф, телевизор и двухспальная кровать. На полу мы видим ковер, все чистенько, запахов никаких нет, мне нравится. Теперь хочу показать общую кухню. Она находится также на первом этаже. Вот здесь зона отдыха, то есть под зонтиком. Этот номер у нас такой же двухкомнатный, но я его показывать не буду, потому что он уже на все лето сдан, полностью на все лето. Вот у нас общая кухня, вот прям как дома, вот каждый номер даже, вот такая обстановка, как дома находишься. Здесь у нас духовка, зона приготовления пищи, 2 чайника, 3 чайника, полностью вся посуда, стульчики, стол, естественно, 5 чайников, ничего себе, микроволновка, да, и большой холодильник, ну, то есть здесь есть, ну, полноценная кухня. Полностью обставленная кухня. Сейчас пойду на второй этаж, там есть зона отдыха. И на третий этаж покажу номера. У нас этаже зона отдыха, здесь можете посидеть. Вот у нас очень много винограда здесь будет. Смотрите, по всем лесенкам вместо заборчика будет у вас листья винограда, горсти винограда. Скамеечка посидеть, и здесь... Все в цветочках, столики, покушать можете. Кухня я уже показала на первом этаже. Здесь, так, хочу показать номера, которые находятся на третьем этаже. Мы заходим на третий этаж. Здесь у нас столик со стульчиками, сушилка для белья, получается гладильная доска и утюг. И вот пошли у нас 4 номера. Так, ну, я думаю, что я проходить в этот номер не буду, они все похожие. У нас здесь есть шкаф, стол, стульчики, телевизор, сплит-система и двухспальная кровать. То есть номер рассчитан на 2. Здесь и санузел, удобства в номере. Все номера схожи между собой, то есть планировка у всех одинаковая, то есть может быть отличие только лишь в расположении мебели. Шкаф, телевизор, сплит-система, удобство в номере. Тумбочки, двухспальная кровать. Этот у нас уже идет номер двухместный, плюс 1, то есть за дополнительное место кресло раскладывается, столик, сплит-система, санузел, двухспальная кровать и шкаф. Вот в этот номер я зайду и покажу уже, какие санузлы были в тех номерах. Это у нас трешечка плюс дополнительное место, кресло раскладывается, то есть полноценная 4. Он такой довольно просторный, здесь уже огромный телевизор, холодильник в каждом номере, стол, стульчики, шкаф. И да, вот у нас так санузел, зона принятия душа, все очень чисто, прям. Очень чисто, ну, никаких запахов, ничего нету, прям приятно даже по полу ходить, ну, молодцы. Сейчас хочу пройти на море и показать вам пляж, мангал, камин точнее. Да, здесь-то можно жарить шашлычки
И есть раковина и стол. То есть пожарил, покушал, все красиво. И вот, пожалуйста, сел за свой столик и кушаешь, наслаждаешься отдыхом. Теперь предлагаю пройти к морю и обязательно покажу вам пляж. Вот мы пришли на центральный пляж. Как мы видим, основной причал города Геленджика находится у нас здесь, совсем рядом. То есть все экскурсии будут в шаговой доступности, морские я имею в виду. Про кафе и рестораны я уже вам рассказала, что это все будет очень близко. Прогулочная зона, детские площадки, аттракционы. Все будет находиться именно вот прям в шаговой-шаговой доступности. Вышли с гостевого дома на набережную, пошли налево, пришли на пляж Сады Марии, если хотите. Вышли с гостевого дома, повернули направо и пришли на к торговому центру Геленджик. И, пожалуйста, наслаждайтесь отдыхом и гуляйте, развлекайтесь, кушайте всякие вкусняшки. Вот такой будет пляж. Здесь у нас и раздевалки, и мусорки, и, как мы видим, уже присутствует народ, потому что уже у нас май, естественно, уже много туристов. Даже видно по тому, какое количество людей уже на набережной находится. То есть всех вас я приглашаю в этот гостевой дом. Все очень чистенько и цены доступны совершенно. Такая близость к морю очень редко, когда бывает. Поэтому в срочном порядке вам нужно позвонить мне, либо написать по WhatsApp или Viber, что приветствуется больше, чем звонок. И уточнить свои даты, все цены. Оставляю в описании, номер телефона тоже. Приезжайте на отдых в наш прекрасный город Геленджик. Подписывайся на канал, ставь лайк. Всего хорошего, ребята. До скорых встреч.